2020 году никем уже не удивишь цифровыми прицелами. Это действительно очень интересный способ охоты, так как сам по себе цифра не боится света, по дальности в какой-то степени сопоставимы с приборами 2+ поколения, ну, чуть-чуть поменьше, но тем не менее. А вариации прицелов очень многие отличаются по типу своей установки. То есть, как сейчас в данном случае на примере прицела Digix и гражданского аналога СВД, это на том случае Тигр, прицел Digix установлен при помощи колец, стандартно, как и оптические прицелы. В чем это дает некоторая особенность? Ну, стоит немножечко рассказать именно о самом комплекте, который мы установили, и уже потом показать действительно, что это повлияло. То есть установили мы, во-первых, переходной кронштейн с бокового на верхний вивер саговский. Это низкий вариант кронштейна. Что это значит? Что планка вивер расположена ниже, чем открытые прицелы, открытые приспособления прицельные, то есть при снятии прицела мы сможем просматривать мушку и целик. Средними колечками установлен прицел Digix, это липерские кольца на рычажных быстросъемах. Почему именно они? Ну, во-первых, кольца довольно-таки широкие, но тут больше именно удобства осуществляется в том, что они не низкие, то есть они довольно-таки высокие в этом плане. Это особенность, если мы будем рассматривать, в принципе, кольца других производителей, то есть они сами по себе липерские кольца высокие, то есть мы выбрали средний именно вариант. Другие производители при установке колец не всегда Digix заходит. То есть здесь мы видим, соответственно, довольно-таки небольшое расстояние от открытого прицела и объективной части. И второе, то что чаще всего вот эта выпуклость на нижней части у прицела Digix мешает установить совсем низкие варианты. При установке на планку вивер мы, помимо того, что сам прицел в кольцах можем подвигать вперед-назад для выставления оптимального расстояния до глаза, удаление выходного зрачка здесь безопасно, уже около 80 мм, поэтому в зависимости от приклада, от индивидуальных особенностей охотников, мы можем вывести более оптимальное и удобное расположение. При этом степень захвата, в отличие от прицелов на призме, здесь мы можем выставить максимально большую, то есть сама инфракрасная подсветка у нас перепрыгивает, можем выставить намного больше соприкосновения, то есть нагрузка при отдаче на такую ширину планки расходится намного лучше, чем при обычных прицелах, чем у обычных прицелов ночного видения, которые идут под призму.